Я эксперт компании, моя фамилия Шерстобитова, зовут меня Татьяна Михайловна. Я работаю преподавателем в Уральском государственном медицинском университете и вместе со студентами, коллегами мы опубликовали около 14 работ в местной печати, то есть это работы поисковые. По сравнению наших продуктов компании Lair Health and Beauty с аптечными аналогами. Этот продукт содержит натуральные компоненты, которые аналогичны женским половым гормонам. И этот продукт может быть по-настоящему важен, нужен, полезен, и он принесет максимальную пользу в том случае, если уже начались какие-то изменения гормональные. А это все привязано к менопаузе. Ну, приблизительно считается, это очень такие цифры, плюс-минус 10 лет. 10 лет плюс-минус в каждую сторону. А, приблизительно 51 год. Значит, до этого идет менопаузный переход, пременопауза. То есть предшествует. И если мы берем среднюю цифру, то это 45-51 год. Дело в том, что в связи с тем, что вот мое поколение, вот мне сейчас 53 года, мое поколение попало на 90-е и 2000-е годы. Это был, получается, период, когда мы были молодыми, то есть это где-то от 20 или там от 16 и до 40 лет. И в этот период, ну, он характеризовался в общем для страны как очень-очень стрессовый период, как период, когда ни о каких минералах, нутриентах, ни о каком здоровом питании речи не было вообще. То есть речь шла о том, есть еда или нет еды, есть деньги на эту еду или нет денег. И речь шла о абсолютно простых продуктах, типа макароны, картофель. Вот. И ни о каком функциональном питании, ни о каком здоровье женщины вообще речи не было. Поэтому очень многие, у кого сейчас возраст, 45, 50, 55. У них вот эта менопауза, она наступила не в 51 год, а начиная с 40 лет. Вот здесь, на этом графике, она вообще даже не учтена. Есть так называемый период 61+. Называется постменопауза. И это самый тяжелый период для организма. Он длится год или два, когда вот месячные у девушки заканчиваются, или то ли вот они есть, то ли их нет. И в этот период, за этот год-два, в два раза количество женских половых гормонов снижается, и дальше она еще... Как проводится коррекция таких вот нарушений? Классически это традиционная лекарственная заместительная гормональная терапия. А исключительно назначается лечащим врачом. Это химически синтезированные гормоны. Они имеют очень много противопоказаний. Вот, можете любое гормональное средство в аптеке взять, почитать противопоказания. То есть показания там, как правило, ну, строчек 10, противопоказания, строчек 150. Химические гормоны имеют очень большое количество негативных побочных эффектов. И, к сожалению, у них есть синдром привыкания. Но если женщина чувствует себя реально плохо, по классическому схеме лечения у нее вот такой только выход. Этот способ не касается нас. Вот мы с вами лечащие врачи-гинекологи, не гинекологи-эндокринологи. И поэтому ни о какой заместительной гормональной терапии мы сегодня говорить не будем. Мы поговорим о альтернативе. Это не гормональные растительные фитоэстрогены, к которым относится как раз наш продукт. Это безопасный профиль применения на основе растительных натуральных компонентов. Это профилактические дозы, которые не требуют консультации врача, не вызывают синдрома привыкания, синдрома отмены. И это очень хорошо. Это все равно курсовой прием, достаточно длительный курсовой прием. Не надо думать, что только вот эти капсулы спасут нас всех, а все остальное делать не надо. Коррекцию питания делать не надо. Так не надо думать, потому что хотите вы или нет, организм к этому возрасту меняется настолько, что приходится переходить на правильное питание.
Кто это делает заранее, раньше, у того есть шанс отодвинуть. Вот. Регулярный какой-то фитнес или прогулки на свежем воздухе, ну, какая-то физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, ну, это имеется в виду курение, алкоголь, ну, про наркотики мы тем более не говорим. Обязательный контроль уровня стресса. Если есть стресс, нужно понимать, что его нужно нивелировать, убрать, в ноль свести. Для этого у нас есть огромная линейка продуктов антистрессовых, которая называется «Мастер мозга». Это два жидких мастера мозга – красный виноград и зеленый чай. Это стресс-менеджер для более юного возраста, для экстремальных случаев «Мастер экстрим». И это стресс-менеджер «Ночной мастер». Давайте посмотрим, что входит в состав фитовумен, кроме изофлавоноидов красного клевера. Туда входит кальций в достаточно большой дозировке, туда входит витамин D. И что написано по противопоказаниям, сразу, чтобы этот вопрос снять? Значит, смотрите, по противопоказаниям написано, противопоказано индивидуальная непереносимость, как обычно, беременность, кормление грудью, а больше ничего. Простите, если женщина беременна, так она здорова гормонально. Если женщина кормит, так она здорова гормонально. Ей не нужно фитокапсулы, когда они нужны, когда начинается перебой или за несколько лет до начала перебоев. Но если у вас беременность и роды, вы счастливица, вы здоровы, вам не нужны эти капсулы. Вот это стоит противопоказание. Больше других противопоказаний нет. То есть при любых других заболеваниях эти капсулы пить можно. При любых.